Вы знаете, я хочу вначале поблагодарить людей, которые нам помогают. Поблагодарить тех, кто постоянно дает нам возможность не забывать, что происходит там на Востоке. Это матери, жены, близкие тех людей, которые попали в заложники и находятся там. Конечно же, те люди, которые там находятся, они по-другому смотрят на все. И я только ночью вернулся как раз с Попасного, где мы были и попали под обстрел. И хочу сказать, что каждый мужчина нашей страны должен быть там хотя бы на один день. Потому что, возвращаясь оттуда, ты по-другому смотришь абсолютно на все. Самое главное – на себя. И вопрос того, что мы не втянуты в этот процесс, я думаю, он самый главный. Какие бы санкции ни работали со стороны других стран по отношению к нашему соседу, я думаю, что самое главное, чтобы каждый из нас понимал, что нам нужно сохранить нашу страну. Потому что Донбасс, он тоже украинский. Точно так же, как и Крым, он тоже украинский. И мы должны делать все, чтобы сохранить страну в каждом доме, в каждой семье. Пример, мы забыли о том, что финны в свое время, еще в середине 20 века, перед Второй мировой войны, они были атакованы Советской Россией. И за несколько недель фактически весь народ поднялся и стал как один. Нас очень много, мы большой народ, мы очень сильны, у нас прекрасные христианские корни, и мы можем сами решить этот вопрос. Дипломаты нам очень помогают, и я благодарен за то, что в Минске мы садились за стол переговоров, и мы со своей стороны, Украина, выполняем мирные договоренности, принятые в Минске. Это нам очень помогает, потому что каждый раз, когда мы общаемся с той стороной, когда я захожу туда, на их территорию, я вижу эти глаза, оправдательные глаза. Они признаются в том, что они находятся на территории Украины. Стоп. Вот тут интересно, Юрий. Вы туда заходите физически, лично, да? Ну, конечно. Что за люди, с которыми вам приходится делать? Знаете, разные люди. Есть люди, местные жители, к сожалению, с каждым месяцем, а уже это, ну, скажем так, необъявленная война длится почти 10 месяцев, они используются стокгольмский синдром. Многие из них действительно начинают симпатизировать тем, кто как бы защищает Донбасс. Это местные жители. Среди них очень много патриотов, они нам тоже помогают. Второй уровень – это так называемые криминальные авторитеты, которые делят основные капитальные средства. С ними немножко тяжелее говорить, хотя если они обещают, они всегда держат слово. Есть так называемые пришлые казаки, всевозможные, их очень много, они там имеют кучу всяких наград, непонятных. Ряженые такие, да? Да, они говорят… Они, по сути, ряженые. Ну, они действительно ряженые, там есть и как бы генералы вот на той стороне. С ними говорить тяжелее еще, потому что они пришли с другого государства, и они непонятно вообще, что защищают. Они постоянно между собой ссорятся. И судя по тому, как они вот одеваются, себя преподносят, они не очень адекватно себя оценивают вообще. Да. Так? Да. В основном это эмоционально устойчивые люди. Да, есть инструктора, которые приехали из соседнего государства. С ними вообще невозможно договариваться, потому что они постоянно получают определенные инструкции. Они говорят на чистом питерском диалекте, скажем так, да, между собой мы их знаем. Они только лишь имеют вот эти клички, или они их называют позывные. Вот, они в основном все... А они скрывают то, что они приехали из России? Конечно, да. Но скрывают. Бывает, знаете как, Бог очень любит нас, наш народ. И он нам помогает и в этом смысле. Часто даже на освобождениях больших они, бывая, снимают шевроны, а бывают, забывают их снимать. И мы не раз видели людей в форме с шевронами российской армии. Но я помню этот случай, когда мы опрашивали этих 11 десантников еще летом, которые как бы заблудились. Что мы обнаружили? За 3 дня до того, как они вошли к нам на нашу землю, они писали уже своим девушкам ВКонтакте и в Одноклассниках, что они идут громить майдановцев. Дальше. Они за 2 дня сдали все свои личные вещи. И когда они входили к нам, у них были перекрашены их танки, их БТРы. И они думали, что когда это произойдет, и они попадут в плен, как они говорили, они думали, что наши ребята их будут просто уничтожать. Их приняли, им оказали первую медицинскую помощь, и старшие офицеры их отпаивали. Вы знаете, основной метод – это
диалог. Потому что я верю... Ну, предметом диалога. Я верю в то, что... Что должно быть. Вы знаете, отношение друг к другу. У меня был случай, когда мы освободили за одного человека шестерых. Один был случай 8. А один был случай, когда за одного человека мы забрали 20. Причем этот один не был каким-то особенным. Мы торговались с ним, ну, в переносном смысле. Этот, скажем так, криминальный авторитет местный, он в конце концов, я его поймал во время переговоров на то, что он дал слово. Они все-таки тоже люди. Да, они заблудшие, многие из них одержимы, но с ними надо говорить, потому что они такие же, как мы. Они члены нашего государства. И вот только... эти люди, которые на той стороне, они как себе представляют будущее? Ну вот, что они думают? Что будет завтра в итоге с ними? Они верят, вот, что вот смотрите, они добьются независимости, что их Россия к себе возьмет? Евгений, мы вчера... Или что они победят и дойдут мы, до... Мы вчера до... были в украинском Киева, городе. Киева, Одессы, Львова. Мы вчера зашли в Попасное, да? Город, который имел население 23 тысячи человек. Мы когда туда въехали, а был обстрел, мы ждали. И когда стали идти... Начали стрелять градами, и мы зашли в город, слава богу, остались все живы. Мы общались с мэром. Мэр очень патриотично настроен. И из 23 тысяч человек осталось только 4 тысячи человек. Но люди настроены оставаться до конца и сохранять этот город украинским. Так вот, это такие же люди, как и там. Идет время, и многие из них просто-напросто думают, что... Они защищают какие-то идеи. Идей на самом деле нет. Многие из них пытаются сохранить обычные вещи. Криминальные авторитеты, украденные во времена предыдущего, скажем так, режима. Они пытаются легализоваться. Я тогда впервые увидел чеченцев, когда этот вышел криминальный авторитет, к нам еще в августе месяце. И мы их увидели. Это пришлые люди. Второй уровень этих людей, те, которые стали иметь власть, тщеславие. То есть обычные пороки, которые идут еще испокон века. Библия как раз это все описывает. Мы такими же остаемся. Но у каждого своя правда. Но истина, где есть Бог, в том, что мы есть Украина. И что бы они ни говорили, это наша территория. Юрий, а скажите только вкратце, если можно. Украина часто все же выкупает своих сограждан из плена. И последние данные, озвучьте нам, пожалуйста, сколько еще наших сограждан вот сейчас, на сегодняшний день, хотя бы приблизительная цифра, находится в плену у террористов. Скажу искренне вам, что позиция государства, позиция президента заключается в том, что мы не продаем и не покупаем наших людей. Это первое. Второе. Когда службы узнают о таких фактах, сразу открываются уголовные дела. Они есть, мы берем такие группы бандитов, которые наживаются на страданиях людей. Третий момент, это важно. То, что если бы мы, не дай Бог, пошли на этот соблазн, то стали бы те люди, или не люди, вылавливать обычных прохожих в Донецке. Но для нас они все наши, и мы бы их бы забирали. Поэтому мы никогда не пойдем на такие отношения. Люди ценны в том, что их жизнь бесценна.